Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Сейчас я вам сделаю небольшое видео. Сегодня у нас вторник. Я пришла здесь в одну организацию, где я получала профессиональные курсы по уборке. Назывались они Лайтасхолта Аматитуткинта. Во время переезда у меня потерялся этот документ. И вот мне надо его восстановить для одного очень важного дела. Это, видите, шкафчики. Все студенты могут дать залог 5 евро и получить ключик от шкафчика и ложить сюда свои вещи. Предположим, учебники, тетрадки, которые не надо постоянно носить домой, потому что ничего ведь не задают. Это же профессиональные курсы языковые здесь проходят, поэтому ничего не задают. Вот. Ну, а писать, конечно, надо. Вот такой холл. Сейчас никого нету, видно, идут занятия. Сейчас спустимся на низ. Я свой вопрос выяснила, дала свой номер телефона. Мне пришлют 200 или перезвонят. Вот, написано Ялка клиника. Ялка клиника. Сейчас мы зайдем сюда. Что здесь такое у нас? Ялка клиника. А, ну это здесь учат педикюру. Педикюр. Как делать педикюр? Вот, написано, сейчас не ходить, значит, там что-то сейчас идет. Вот, сейчас, здесь вот водичка, можно попить водички. Вот, ну почему-то нету стаканчиков. Такие дела. Вот здесь, видите, всякие картинки. Сейчас мы выходим дальше. Это я, вам видно меня? Вот это я. Здравствуйте, здравствуйте. У нас сегодня тепло, а я так немножко жарковато оделась, но не страшно. Я свитерок сняла, осталась в одной футболке. Шарф еще сниму, и будет все нормально. Сейчас мы спустимся на низ. По ступенькам я там оставила своего помощника, с которым я хожу обычно. Я его там при входе оставила, потому что пошла с этой стороны не на лифт, а с этой стороны. Так вот он мне не нужен таскаться с ним. Я его там оставила, он никому 100 лет не нужен. Его никто не заберет. Вот мы спустились сюда. Это первый этаж. Это первый этаж. Сейчас мы здесь выйдем. Вот. Видите, вот написано на доске. Вот. Хаускаваппа. Это веселый праздник. Ну, 1 мая. Видите, здесь как украшено. Это нас тоже всегда учили. Вот это вот все украшать. Такие вот тут. Вот фонарики всякие. Кто-то разговаривает. Здесь кухня. Здесь ученики, например, могут прийти разогреть свой обед. Вот есть холодильник. Вот видите, маленький холодильник. Положить сюда в холодильник еду какую-то. Здесь посуда. Вот здесь чайник, кофеварка. Вот шкафчики здесь. Это все ты можешь прийти здесь себе обед разогреть полноценный. Здесь есть большая столовая. И, кстати, очень даже недорого. Вот, здесь какой-то класс открыт. Я вам покажу так. Немножко класс, видите? Вот такой вот класс. Классы светлые. Вот это языковые курсы здесь проходят. Видите, буквы, карта Финляндии. Вот окошко. Здесь вот, видите, украшено. Это раздевалка, ну, вешалочка. Здесь умывальник. Вот такие вот классы красивые. Вот все бумаги, все тетради, все ручки здесь раздают. Потому что это... Видите, здесь вот алфавит, и как маленьких детей учат. Потому что есть люди, которые приезжают, например, с Сомали, вот, они и у себя, да и многие из Ирана, из Ирака, они даже у себя в школу не ходили. Они даже не знают своего языка. Они говорить-то умеют, но писать, читать они не умеют. Поэтому их учат, как маленьких детей. Все начинается как бы с алфавита. Вот здесь такие картины, картины, картины. Вот так красиво. Всегда здесь тихо, всегда здесь чисто. Хорошее такое. Называется это АКОКО. Вот видите, вот это спортсмены с 1960 по 20, по 80 год, за 20 лет, какие спортсмены занимали какие призовые места в Финляндии. Так вот, я вам скажу, что... Ой, ничего, не сбилась я. Все, потеряла мысль, сбилась. Здесь какая-то одежда, наверное, кто-то что-то переодевается. Сейчас почитаем, что написано. А, нет,
Это написано, что это можно брать. Это кто-то что-то приносит, вот ему не надо. Вот написано «Апискелиет Саотта». Это значит, ученики, можете взять это. Вот тут всякие вот рубашечки, всякие кофточки, всякие брючки. Ну, в общем, кому, например, что-то не нужно, и люди приносят и это. И можно это взять. Вот такой холл. Видите, здесь такие стульчики. Вот. Я вам скажу, с того времени, как я училась, здесь практически ничего не изменилось. Возможно, изменились только эти всякие афиши, всякие эти самые картинки, всякие плакаты. Только так. Вот. Мальчики, ученики пошли. Вот. Здесь тоже еще одна кухня. Здесь тоже еще одна кухня. Вот. Вот студенты выходят. Урок закончился. Студенты идут покушать. Вот видите, здесь такая кухонька тоже. Вот холодильник. Девочки будут кушать. Вот. Здесь всякие брошюры, которые можно изучать. А, так вот, на чем я остановилась. Вот видите, это называется оно АКОКО. Это, значит, учебное заведение для взрослых. Вот. Это тут бумаги всякие можно распечатать, если тебе нужно. Ты можешь прийти. Вот. Это тоже тут всякие кабинеты. Вот. Это тоже какой-то кабинетик здесь. Нет, это не кабинетик. Это здесь, видите, Петри Ланг. Это учитель, который у меня вел финский язык. Хороший такой. Вот он швец по национальности. Вот. Очень хороший человек. Очень много интересного нам дал. Интересные места нас возил. Все бесплатно. Когда мы здесь учились, нас возили везде бесплатно. И в Тампере возили, в Хельсинки возили. На всякие выставки возили. На всякие мероприятия возили, в музеи, в оранжерее, ну, в общем, везде. И были у нас эти самые прогулки всевозможные. Вот видите, вот это дворик такой. Вот это, видите, там вот люди курят, те, кто курят. Вот, цветочки здесь все живые стоят, видите, красиво, как ухаживают за ними. А вот такой точный цветок, как у меня дома, видите. Вот это же я когда-то в школе тоже малюсенький такой его оторвала. Так он у меня тоже разросся. Вот. Ну вот я вам показала небольшой такой обзорный такой фильмик, можно сказать, о том, где я училась. Тут еще третий этаж есть. Сейчас мы на втором этаже. Есть еще третий этаж. Ну, мы не пойдем на третий этаж. Я уже пойду на остановку. Поеду в центр. Вот по своим делам. Вот такие дела. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Натальи П. Пишите английскими буквами. Пока-пока. Вот видите, уже время 11 час. 11 час время. Пока. До новых встреч.